Флаг всекубанской акции на встречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи недавно принял Славянский район. Мероприятие прошло на стадионе специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу «Виктория» поселка Совхозный. Здесь собрались делегации всех сельских поселений района, спортсмены, ветераны и учащиеся спортивных школ. Акция «На встречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи» поочередно охватывает все муниципальные образования Кубани. Направлена она на широкое информирование населения края о мероприятиях по подготовке и проведению Кубка Конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Сочи. Символ акции – флаг. В каждом районе будет находиться в течение 2-3 недель. За это время он побывает в каждом поселении муниципалитета. Цель этой акции – это в первую очередь популяризация самого крупного спортивного события, которое у нас ожидает нашу страну в следующем году – это чемпионат мира. Людям рассказывают о том, в какие города примут игры, какие команды будут играть, какая система розыгрыша. И рассказывают многим о предшественнике чемпионата мира, о Кубке Конфедерации, который уже через менее чем через 3 недели стартует в 4 городах нашей страны, и в том числе на стадионе «Фишт» в городе Сочи. Участников всекубанской акции славянцы встретили торжественным парадом. По футбольной арене стадиона «Виктория» прошагали делегации всех сельских поселений района, ветераны и учащиеся спортивных школ. Участников торжества поприветствовали первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, ветеран футбольного движения Краснодарского края, игрок легендарного поколения футбольной команды «Кубань» 90-х годов Алексей Денисов, заместитель главы района Сергей Поздняков. Краснодарскому краю доверили честь принимать участников чемпионата благодаря тому, что регион имеет развитую инфраструктуру, уникальное спортивное сооружение и является одним из самых развитых спортивных регионов России. Наш район также гордится своими спортивными традициями и вносит достойный вклад в спортивную славу Краснодарского края. Первый заместитель министра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев, обращаясь к участникам акции, отметил, что в Славянском районе спорту уделяется особое внимание. Здесь большое количество спортивных школ, много детей и взрослых занимается физической культурой. Право принять флаг акции от предыдущей территории Выселковского района было предоставлено чемпиону Кубка России среди сельских команд, капитану футбольной команды «Нева» Славянского района Николаю Полупанову. Продолжилось мероприятие футбольным матчем на Кубок губернатора края по футболу между командами «Нева» Славянский район и «Сопка героев» Крымский район. Акция «На встречу чемпионату мира по футболу» стартовала в апреле прошлого года в Ейском районе. Славянский район стал 22-й территорией, принявшей эстафету. Всего же акция пройдет во всех 44 муниципальных образованиях края и завершится в мае 2018 года в городе Сочи. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».